Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Чорновалова. І сьогодні до нашої студії завітала чарівна Таміла Афанасьєва, голова Одеської обласної ради миру, а також депутат обласної ради. Сьогодні будемо спілкуватися з вами, точніше підбивати підсумку робочого візиту Наталії Королевської. Отож, Наталія Королевська була в Одесі декілька днів і зустрічалася з багатьма профсоюзами, департаментом соціального захисту. Що ж обговорювали, про що йшла мова та які є підсумки? Прежде всего, хотелось бы начать с одной из таких важных действий, которые сделали Женкиза мэр, Наталья Юрьевна. Мы буквально неделю назад подали в окружной суд города Киева огромное обращение, исковое заявление. Причем инициаторами были девочки тоже Женкиза мэра с Днепропетровска, из Харькова, Ирина Хижняк, Алла Короткова, о том, что если человек не хочет вакцинироваться, что это нарушает права человека, Конституцию, Трудовой кодекс. И вот это вот, прежде всего, это была основная тема вообще нашей встречи. То есть мы тоже это обговаривали с разными юристами. И это был как бы первый такой лейтмотив на данный момент приезда Натальи Юрьевны. Параллельно вместе с этим мы знаем самые большие проблемы, что у нас идет энергетический кризис в Украине. Мы не знаем, как справится правительство с теплом. Будет ли у нас свет, будет ли веерное отключение, потому что каждый день читаешь в различных телеграм-каналах или в новостях, что то 2400 домов отключается, то 6500. То есть огромное количество адресов постоянно меняется, то есть либо это аварийные работы, либо профилактические. Могу сказать лично про себя, про свой дом. У нас вот Успенская базарная, вот за последний месяц шестая или седьмая авария. То есть постоянно вот залатали, закопали, пустили тепло, уже сразу же все выключилось. И, конечно, вот эти вот встречи, это были сейчас самые насущные для нашей страны, для наших граждан. И Наталья Юрьевна, и Николай Леонидович Скорик вот инициировали такую вот важную встречу. Мы говорили с Вячеславом Васильевичем, это руководитель профсоюзов Одесского региона, о том, что говорит нам экономика сейчас. Что нам говорят сейчас люди, потому что им нужно получать зарплату, нужно платить за коммунальные. И такие вот, например, процессы, как остановка припортового завода, опять же из-за того, что не хватает денег на оплату газа. И при том, что такая самая простая, будем так говорить, схема, да, то есть припортовый завод покупает не через посредников, а напрямую украинский газ. То есть совершенно другая цена. Тогда бы припортовый прекрасно бы сейчас функционировал и приносил бы прибыль нашему региону, потому что это одно из самых главных бюджетоустанавливающих предприятий. И это, будем так сказать, такая самая большая боль сейчас вот в Одесской области. И даже когда вот на следующий день была у нас встреча с «Женками за мир», потом приехал представитель профсоюзов припортового завода, мы тоже это обсуждали, потому что это сейчас самый главный вопрос. Конечно, профсоюзы поднимали еще задолженность по зарплатам за последние годы, но хочется сказать, что если во всей стране это порядка 4 миллиардов гривен задолженность, то в Одесском регионе всего лишь 80 миллионов. Поэтому это все-таки такое, знаете, по сравнению с тем, что творится во всей стране, огромная задолженность, все-таки Одесса более-менее, как говорится, выходит из этого кризиса. И такой самый как бы основной аспект уже социальной сферы, то, что сейчас пытаются сделать пенсионный фонд, сделать его частным, то есть сейчас написали законопроект, это сейчас, как говорится, тоже основной вопрос дискуссии, уже огромное количество есть поправок к этому законопроекту, потому что пенсионный фонд должен быть государственный. Ну, вы понимаете, то есть я еще не предпенсионного возраста, но все-таки я тоже понимаю, что через 20 лет я хотелось бы, чтобы государство оплачивало мою пенсию, а получается, что если сейчас придут это в частный пенсионный фонд, то непонятно, чем это все закончится. И это не просто, мы же не говорим про просто передачу каких-то денег, мы говорим про огромные суммы денег, про 200 миллиардов, это огромные деньги, понимаете? И извините, если сейчас передать эту сумму в частный пенсионный фонд, а завтра эти люди исчезнут,
Ну, то есть, как бы, большой вопрос. Это я вам просто, кажется, на пальцах объясняю. А там внутри системы, то есть, как это, как она будет работать? Ну, то есть, огромное количество вопросов к этому законопроекту. И, конечно, наша партия «Пенсионная платформа за жизнь» переживает за это. И Наталья Юрьевна, и Николай Леонидович – это те люди, которые сейчас приехали к людям спросить, что нам делать. С нами еще была общественная организация «Красный Крест». Это тоже очень важное направление, все-таки общественность, волонтеры. И сейчас ковид, и как бы тоже хотелось услышать их мнение. Поэтому встреча была очень конструктивная. И мы после нее еще поехали в областную больницу. Ось хочеться да. про обласну лікарню спросити, тому що ви сказали, що подаєте позов до суду щодо примусової вакцинації. Як на це реагують лікарі? Тому що вони бачать усю ситуацію, яка зараз складається з ковідом. Можливо, вони... за примусову вакцинацію, тому що ну, ситуація критична, хоча вона трішки покращилась, але не настільки, щоб говорити, що вакцинація не потрібна. Прежде всего, у нас в законе, вообще в распоряжениях написано, что это принудительная вакцинация. Речь идет о вакцинации. Просто рекомендуют, например, там, школам, медикам вакцинироваться. И я тоже за вакцинацию обязательно. И я говорю постоянно, что даже как вот пытались поставить будем так говорить, такое клеймо, штамп на православие да, в Украине, что вот православные против вакцинации. Да, есть какое-то определенное количество людей, какой-то процент, которые возмущаются, но вот даже у нашей матушки Серафимы в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре открылся центр добровольной вакцинации. И, в принципе, это правильно. Конечно, медики должны быть вакцинированы. В Одесском регионе больше 90% вакцинировались медики. Конечно, сейчас, к сожалению, такой штамп идет коронавируса, что дети являются переносчиками. И понятно, что хотелось бы защитить детей и сделать вот в эту полностью вакцинацию учителей, чтобы учителя и преподаватели высших школ, чтобы они тоже были защищены от ну, как говорится, детей, которые могут являться переносчиками. Поэтому сейчас и будут вакцинировать деток. Но, по сути, у нас в Конституции и в Трудовом кодексе прописано, что все это является добровольным. Понимаете, то есть, с одной стороны, нужно либо менять Конституцию и Трудовой кодекс, либо все-таки приходить переходить на ту ситуацию, чтобы люди ну, как бы добровольно все-таки высказывали свое мнение по поводу этого процесса. Это важно. И у нас, к сожалению, вот я все время, сама будучи из медицинской семьи, мне непонятен этот момент, один единственный семейный доктор, он, в принципе, должен рекомендовать, то есть, да, то есть как бы правильно поступать. И во всем мире, как бы, если была бы такая практика, что человек не заболевает, да, то есть перед тем, как сделать вакцину, он проверяет, делает ПЦР-тест, он проверяет свою кровь, есть у него какие-то патологии или что-то еще. То есть это очень важный момент. Особенно, если человек не болел, да, ему необходимо сдать какой-то ряд анализов. Что у нас происходит? У нас, получается, говорят, надо вакцинироваться, человек идет, при том, что есть огромный выбор, да, вот ничего не могу сказать, департамент здравоохранения Одесского региона, все-таки 4 вакцины идет на, и человек идет, я хочу Pfizer, потому что с Pfizer можно путешествовать по всему миру, а готов ли организм к этому Pfizer, да, тоже непонятно, поэтому мне бы хотелось, вот единственное из всех рекомендаций, чтобы все-таки, прежде чем идти делать вакцину, какие-то взаимоотношения по медицине с семейным доктором. Это было бы правильно. Вот. А у нас часто происходит по-другому, и потом начинают люди говорить, а мы заболели. А может быть, человек уже болел на тот момент? Тоже этого неизвестно, да? Или как бы все-таки как будто сохранять социальную дистанцию, когда стоят в очередях. Вот, да, мы видели, что происходило в Киеве. Поэтому я, как заместитель председателя постоянной комиссии по правам человека, конечно, поддерживаю эту инициативу. Мы полностью, каждый человек отвечает сам за себя. И понятно, что вакцина – это единственная сейчас защита от коронавируса. Особенно для, повторяю, для тех людей, которые не болели, или те люди, которые имеют такие какие-то заболевания, там сердце, сосудистая система. То есть это очень важный момент. И надо сделать вакцинацию, но все-таки надо подойти к ней ответственно. А когда это вот заставляют, знаете, уже хочется спросить, может быть, есть какие-то список людей, профессий, которые все-таки не надо обязательно заставлять, а их как госслужащих отправляют. Ну, з 9 грудня повинні вакцинуватися всі держслужбовці, медики, вчителі вже давно.
Добре, якщо не відсторонення від роботи, тоді який альтернативний варіант, спосіб, аби люди вакцинувалися? Тому що зараз активна антипропагандистська кампанія проти вакцинації і багато фейків. Вы знаете, вот мой самый простой пример. Дети пошли в понедельник в школу, да, и директор департамента образования сообщила, что не вакцинировали 135 учителей и их отстранили от выхода на работу. С одной стороны, как бы правильно, да, то есть мы говорим о том, чтобы защитить детей, что это все как бы необходимо, чтобы школы были, чтобы родители, взрослые не являлись переносчиком этой болезни. А с другой стороны, у нас и так учителей не хватает, да, и у нас, получается, 135 учителей остались. Ну, хорошо, вот они будут получать минимальную зарплату, да, то есть вот они остались дома. Что дальше? Ну, хорошо, посидят они неделю-две, ну, вот они не хотят вакцинироваться, понимаете? То есть, может быть, было бы правильно все-таки, чтобы они пришли в коллектив и... Им объяснили, как, да, то есть есть какая-то ситуация, может быть, человек боится, может быть, еще какой-то момент. Все-таки какая-то велась бы разъяснительная работа, правильная, да, те же семейные доктора. То есть есть список учителей, которые этого не сделали. Семейный доктор должен позвонить, должен проговорить. То есть это, ну вот это, как говорится, работа индивидуальная с каждым человеком в таких моментах, да. А получается, что вы не вакцинировались, вас отстранили от работы, и все, и дальше путь в никуда. Понимаете, поэтому все-таки бы хотелось с такими людьми, которые испытывают этот страх, да, а если, не дай бог, человек вакцинируется, и от страха вот у него будет такой спазм, что его, ну, не станет. Это же тоже какая-то ответственность, понимаете? И прежде всего, ну, как бы, и медики, и чиновники, которые занимаются здравоохранением, они тоже это понимают прекрасно, что есть такие риски. Но, к сожалению, поэтому Наталья Юрьевна с нашими девочками сделала очень правильную инициативу, она хорошая, я надеюсь, что все-таки ее рассмотрят. И мы еще раз, мы все повторяем, мы за вакцинацию, мы хотим, чтобы люди были здоровы, и мы хотим, чтобы... ответственность, которая и государство предоставило полностью количество вакцин, и ответственность граждан все-таки они несли за это. То есть нельзя, если человек не, повторяюсь еще раз, третий раз, если человек не болел, если у человека предрасположенность, если у него какая-то ситуация, что нужно вакцинироваться, то он обязан это сделать. Но есть какие-то моменты, которые вот просто вот какая-то вот страх или что-то еще, тогда нужно работать уже с человеком индивидуально. Хочеться повернутися до Одеської обласної лікарні. Про що говорили там? Що обговорювали? Дуже цікава теж була поїздка, как бы при тому, що ми как бы приїхали посмотреть, все-таки это опорная больница ковидная, да? И были очень бурные дискуссии полтора года назад о том, что нужно или не нужно делать это опорное, нужно ли полностью брать только под ковидное сделать отделение. Главврач все-таки отстоял, что если, например, есть инфаркт, или человек не болеет, да, mm-hmm. если есть какие-то ситуации, если есть сложные роды, чтобы все-таки оставить там койки для вот, людей, то есть оставить отделение и часть отдать под ковид. И я, в принципе, поддерживаю эту идею. И очень приятно, что вот сейчас и департамент здравоохранения областной, и сама областная больница, они сделали одну из самых лучших телемедицин в Украине. То есть это когда какой-то тяжелый случай происходит в районе нашей области, и это тоже интересно будет жителям, чтобы они тоже знали. Передается, как бы передается сигнал на эту телемедицину, и ищут соответствующего специалиста, который может проконсультировать. То есть, например, человеку плохо там, в каком-то небольшом городе, да, ФАП дает сигнал о том, что, вот, что есть такая-то ситуация. Пока человека везут в районную, да, уже доктора знают, что делать, что, как бы, как лечить, как реагировать. Да, понятно, что всегда хочется максимально, чтобы это все было быстро, но я вот сама сталкиваюсь с такими ситуациями, когда, например, там в РИНИ нету КТ, да, нету рентгена, и не понимают, что с человеком, то есть насколько обширный инфаркт, какая ситуация. И пока его везут, то есть вот все сделали максимально, сделали все медицинские исследования, и пока его везут на реамобили, везут в областную, уже идет консилиум, созываются различные доктора с разных
уголков нашего региона. И пока человек доехал, да, уже до больницы, то уже какое-то принято предварительное решение, и уже как бы остается там взять КТ или рентген, и уже, как говорится, это все намного быстрее, чем пока человека привезут, пока посмотрят его болезнь. То есть это очень такой интересный наш, как говорится, шаг в развитии, и телемедицина, считаю, что в Одесском регионе действительно как бы заслуживает большого уважения, что есть такое. Я уже не говорю про то, что всякие селекторы, все онлайн-встречи, то есть это намного удобнее для докторов, то есть доктор может выйти, извините, со своим планшетом, с телефоном, в скайп, и он может проработать с другим доктором из совершенно другого района, может проработать какой-то вопрос, какую-то болезнь. Поэтому это достаточно такое хорошее достижение. Сейчас Наталья Юрьевна тоже вот посмотрела и говорит, что очень хорошо, чтобы такой опыт перенимали дальше другие области. Які ще були заходи в рамках робочого візиту? Естественно, на следующий день мы были, достаточно такое большое, интересное встреча была «Женки за мир», нашей всеукраинской организации. И вот Наталья Юрьевна опять же проговорила вопрос про подачу иска в суд по принудительной вакцинации. Опять же обсудили ситуацию с пенсионным фондом. Мы сейчас, наша фракция, оппозиционная платформа «За жизнь», и как бы я как один из инициаторов, мы сейчас подали на ускорение принятия национального плана по правам, по защите прав инвалидов в Одесском регионе, потому что часть ОТГ, часть районных администраций, районных советов приняли этот национальный план. А очень много, вот все-таки 92 ОТГ, которые не все готовы еще к такой правильной работе, надо их ускорить, потому что инвалидов сейчас больше 150 тысяч в нашем регионе, их надо защищать, и они тоже должны иметь возможность как бы знать, что происходит, какая им защита, какие им льготы. И хочется помочь людям, и вот я еще рассказывала тоже про такое интересное направление, очень много бродячих собак. И есть у нас в Одессе еще такие, у нас есть как бы такая муниципальная структура, то во многих тоже ОТГ и во многих районах немножко не занимаются этим вопросом, и нету финансирования, и эти бродячие собаки даже порой мешают там детям идти в школу или пойти в магазин. И, понимаете, они нападают на человека, они не потому что они плохие, а потому что, ну, как говорится, человек не сделал ничего, чтобы защитить их, не провакцинировал, не сделал стерилизацию. И вот этот проект, мы сейчас тоже буду обращаться в областной совет, надеюсь, депутаты поддержат. И вот мы тоже это обсуждали на встрече «Женки за мир». И очень такая интересная инициатива, поэтому я думаю, что это будет достаточно принято. И те вопросы, которые сейчас, самое главное, поднимаются для всех нас, и защита материнства, и социальная сфера, и тарифы, и экономическое состояние с нашей страны, все говорит о том, что очень тяжело людям. Люди, понимаете, они не просто там, как сказать, как впадают в депрессию, это неправильное слово. Люди хотят чувствовать себя защищенными, чтобы государство все-таки как бы предоставляло необходимые условия для нормальной жизни. Не хочется, чтобы медики уезжали. Сейчас не хватает медсестер, не хватает врачей. И даже вот сейчас вот мы сегодня были обсуждения замминистра здравоохранения, есть предоставлен план, что будут поднимать зарплату докторам, будут поднимать зарплату медсестрам. А за счет чего? За счет какого-то сокращения, ну как бы ставок, сокращения штатного расписания. И опять же, это все, как говорится, ну, как бы, кого-то уберут, ну, некомпетентного, а где-то уберут компетентного человека в угоду кого-то. Поэтому хочется, чтобы все-таки государство предусмотрело финансирование не за счет того, чтобы сокращали ставки, а за счет того, чтобы были дополнительные финансовые, как бы, поступления в бюджет непосредственно больницам. Поэтому посмотрим, как это все будет. Очень сложное время. И хочется уже, чтобы реформы закончились, хочется нормальной уже жизни для людей. Поэтому вот мы, как «Женки за мир», я как депутат областного совета, народные депутаты, Королевская, Скорик, мы все двигаем то, чтобы людям стало чуть-чуть легче, и добиваемся максимально, и боремся за права человека. Дякую вам, що знайшли час до нас завітати. Я нагадаю, з нами була Таміла Афанасьєва, голова обласної ради миру, а також депутат обласної ради. Сьогодні говорили про та підбивали підсумку робочого візиту Наталі Королевської, народного депутата. Мене звати Крістіна Чернавалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.